Новая аллея поколений на Хлобыстово предстанет перед мурманчанами уже в октябре. Вместо покосившихся лавочек и старых тротуарных дорожек сквер станет, пожалуй, самым спортивным в Мурманске. Основные работы уже завершены. Сейчас строители приступили к укладке асфальтового покрытия. Специалисты трудятся, несмотря на плохую погоду. Спортивное оборудование уже закуплено и привезено. В сквере предусмотрена игровая зона для подростков и для детей младшего возраста. Здесь будет стритбол-площадка, а также небольшой современный скейт-парк. Для старшего поколения по генеральному плану предусмотрена аллея. Кусты сирени были высажены в минувшие выходные. В любую погоду работы не останавливаются. Наверное, только останавливаются ночью, потому что, ну, просто это по закону не положено работать ночью. А вообще, да, в любую погоду мы стараемся. У нас при всех ремонтах наших парков учитывалось мнение горожан, да, проводились опросы, естественно, учитывались и подростковых, и студентов. Очень много нам писем присылало, которые говорили о спортивных площадках. Поэтому, да, естественно, конечно, учитывалось мнение горожан.